Сотрудники Ивановостата подвели итоги трехмесячного наблюдения за деятельностью ивановских предпринимателей. В поле зрения статистиков попали почти 45 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Одно из главных наблюдений наших статистиков заключается в том, что более чем две трети предприятий малого бизнеса начали осуществлять свою деятельность последние 10 лет. Ивановостат посчитал суммарную величину уставного капитала предприятий, а также количество ивановцев, занятых в предпринимательской деятельности. На основе полученных данных статистики создали специальный каталог. Основная наша цель, нашей организации, это выпуск материалов информационно-аналитических для пользователей. Поэтому все работы наши мы систематизируем и выпускаем сборники, бюллетени, аналитические записки, которые размещаются в нашем каталоге. Каждый год мы готовим его на следующий год. Поэтому все наши издания представлены в этом документе.